Резкое потепление в Казахстане ожидается в эти выходные. По сообщению Казгидромета, циклоны, перемещающиеся по всем областям, принесут с собой тепло и осадки. Снег, метель, порывистый ветер ожидаются в северной и восточной частях страны. На юге и западе республики туман, мокрый снег и гололед. На севере республики 3,8, местами 13 градусов мороза. А на востоке республики ожидается небольшое повышение от 50 местами 0,5 градусов мороза. А на юге республики на ближайшие три дня ожидается небольшое повышение температуры от 50 местами 8-13 градусов тепла.